Радар работает, несмотря на прошедшие годы. А были сомнения? Сомнения есть с момента высадки на эту планету. Ну ладно, пора переходить к делу. А у тебя потихоньку формируется репутация. Отправляю тебя сюда, чтобы ты устранил доктора Харпера. Лишь укажи, где он. Мой датчик указывает на две связные капсулы. Кажется, придется иметь дело не с одним беглым аватаром. Похоже, дезертировав, Харпер нашел спутника. Будь там предельно осторожен. Эти аватары прекрасно вооружены. Можешь даже не сомневаться, что вовсе не луками и стрелами. Код Альфа для Южного бункера. Код Альфа для Южного бункера. Эй, Райдер! Где ты был? Меня задержал Фалко у адских врат, что-то не так. Я не думаю, что его приказы исходят от РДА. Мне кажется, он разыгрывает свою собственную партию. Отлично. И как это отразится на нас? Пока никак. Будем настороже. Тебе нужно найти эти осколки. Возвращайся, как все будет готово. Thank you.
Tran, langar afrtu. Come on!
Мне это пригодится. Я могу это использовать. Thank you.
Спасибо. Thank you.
Detonator. Lunsk Aung. Спасибо. Следим за периметром. Сюрпризы нам не нужны. Будем наготове. Две новости, хорошая и плохая. Оба аватара мертвы. Позволь угадать, Харпера среди них нет. Откуда ты знаешь? Мне удалось засечь третий сигнал, совсем слабый, в глубине леса. Сложно определить точные координаты. Спроси Кендру Мидори, может, у нее есть новые данные. Три осколка. Где мне искать созвучие? Хороший вопрос. Тут такое пекло, и радару нужен серьезный ремонт. У меня тут есть кое-что. Я засекла слабый сигнал, стоит проверить. Это может быть наша Ива. Что ж, это уже кое-что. Круто было, да? Кендра приняла сигнал издалека. Не слишком сильная зацепка, но хоть что-то. Точно, иди по нему. Может, нам повезет, по пути найдем Харпера. А я пока начну со своей стороны. Буду работать здесь. Мне это пригодится. Ха-ха-ха!
Спасибо. Кендра, я ее нашел. Старую Иву. Отлично. Иди к дереву, бери созвучие. У меня тут что-то на радаре. Где-то рядом Харпер. Не выйдет. Я его вижу, но попасть туда не могу. Он в глубокой пещере. Нужно найти другой путь. Подожди секунду. Много лет назад Эрда нанесла тут каждый уголок на карту. Тут им это помогло. Тут кругом прямо солдатское кладбище. Все ясно. Так, Райдер, тут есть закрытый проход. Он ведет в пещеру под названием Утраченный храм. Славное название. Какие романтичные у нас солдаты. Тебе нужно связаться с Батистой. У него есть взрывчатка, чтобы пробить стену и проделать проход в пещеру. Осторожно, Райдер. Там поблизости может быть синх-камера Харпера. Это пригодится. Бум-бум, что ты тут делаешь? Когда я был в этих лесах 5 лет назад, синие устроили на нас засаду. Видимо, они шли по подземному ходу, нас застали врасплох. Нави с тех пор его снова закрыли. Зачем ты мне это рассказываешь? Потому что ты окажешь ответную злобу. Найди этот ход. Давай постучим и посмотрим, если там кто дома.